Что тут, лучок, чесночок? Делаю я, буду делать царскую яичницу. Яичницу. Из яйца второй категории, да? Да. Ну все, делаем. Доброе всем утро. Сегодня у нас уже 27 марта 2022 года. Идем кормить наших собачек. Внизу каша. Так, ну и здесь от курицы, от это. Здравствуй, Бусик. Бусик. Так, идем кормить. Сейчас, доча. Сейчас. Внизу сварено. Вчера как раз сварили. Выносим на улицу. Кстати, на улице прохладно, довольно прохладно. Жрать мы хотим, да? Давай, доча. Рубай на дне каши, косточки. Ешь давай. Вкусно. Пей больше жидкости. Так. Мыша. Я знаю, что там вкусно. Иди домой есть. Иди дома же есть. Чужих чашка вкуснее. Идем кормить мурашку. Здесь тоже косточки. Эти. Что-то от курицы. Ну, кожица вот это все идет. Так, посмотрим погоду. Что-то прохладно, дует опять эти ветра. Вот начинается сейчас. Только немного оттепели и начинаются ветра. Минус три. Так, Мурахина, идем тебя кормить. Да, что ты? Что ты говоришь мне, рассказываешь свои собачьи сказки? Что там за кость у тебя уже? Надо выбросить, наверное. Да? Кто там тебе кость дал? А, это я, наверное, дал. Ты свои старые запасы, ну пускай они лежат. Свои старые запасы. Да? Иди. Так, вот это мы, пожалуй. Ладно, потом выкину. Здравствуй, Мураша. Привет, здравствуй. Здравствуй, мини-собакина. Мини-собакина! Иди ешь давай, все. Кушай давай. Ладно, идем домой. Так, ну вроде бы ветра сильного нету, не знаю. Посмотрим, чем-нибудь будем сегодня тоже заниматься. Чем-нибудь. Посмотрим. Кстати, если мне не изменяет память, 27 марта, это сегодня у нас уже воскресенье. Потому что в будних и выходных начинаешь помаленьку путаться. Когда не работаешь, и у тебя вечный день сурка. Встал, пожрал, поел, походил, поснимал. И все по кругу. Круговорот в природе. Все, идем домой. Че, еще бери лошадь. Сейчас. Васильич. Че? Приготовил. В общем, приготовил вкусную. Яичницу приготовил я. Так вот она. Яичница. Это пережаренный лук с томатом. Помидор нету, так я томат. Чесночком. Еще с огурчиком. Огурчики порезал. Так что... Садись, вот пробуй. Ага. Твоя уже можешь пробовать. Да, пробуй. Сними. Я оценил. Сейчас оценим. А сынулька красотулька оценит. Так, ну что, сейчас мы оценим. Что у нас тут получается? Так оно подостыло. Смотри, яйцо жидкое. Яйцо жидкое. Хорошее яйцо. Яйцо свежее только... Только из-под коровки. Шутим. Ну, вот такой у нас завтрак получился с отцом. Оставим одно яйцо маме. В общем, такая вкусняшка.
Так, ну и как же без наших-то птичек, а? Птички! Птички жрать, да? Птички жрать! Где тут наши птички? Ну-ка, вытянутая рука. Птички жрать. Вот они летают. Чирик, 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 чирик. Во. Пусть клюют. Пусть наклевают. Сейчас поприлетят. И начнут клевать. Так. Ну все. В принципе, идем домой. Идем домой. Что тут мамулька делает? Пельмешек сейчас обжарю на сковороде. Да, и потом водичкой залью и пожарится. Вот будет вермишелька. Готовим вермишельку, да. В общем. Маслица обжаривается на слабый огонь, потом, как обычно, заливаем водичкой. Я хочу поблагодарить Юлю за донат. Спасибо большое вам. Ну, вот. Наша землячка пишет. Наша землячка откуда, что... Спасибо большое вам. Огромное. Спасибо землякам. Да, спасибо землякам. В общем, будем готовить вкусняшки. Да. Ребята и девчата, пока я дома готовится, как всегда, кушать, поменяем вот эту штуку, потому что здесь все поразлетелось. Будем делать помаленьку водоснабжение. Надо тянуть в баню, чтобы набирать в ванну холодную воду и в бак. В общем, старое я снял, оно разваливается от солнышка. Будем откручивать краны. Нашел я вот такую вот штуку. Сюда поставим один кран, вот такой. Один кран поставим сюда. Также куделя. Куделя, кто не знает, наматывается сюда. Сюда поставим. Ну и повыбирал я тут. Такой я шланг ставить не буду, дубовый, он рвется уже от старости, столько лет ему отрывается. Во, отрывается аж. Да, это я ставить не буду, задубил. А вот этот более или менее мягкий шланг поставлю. В общем, откручиваем вот эти вот крепления тоже, все вот это. И собираем штуку. В общем, занимаемся водоснабжением. Делаем, как всегда, из подручных материалов, ничего не докупаем, то есть импровизируем то, что имеется у нас в наличии, и старое еще послужит. Покопаемся. В общем, делаем, занимаемся. Ребята и девчата, так как у нас хомуты, вот эти болты, вот они, болты идут, они настолько сильно проржавели, что их придется отпиливать болгаркой. Вот они болты, сейчас мы их спилим, здесь обрежем, и все. Кого? Она тут все, тут она 20 лет лежала, ну 20 лет она промсетовалась, ты ее не открутишь никак. Она 20 лет лежала, ты ее никак не открутишь. Она тут... Тем более, если хомуты... Я хомуты оставлю. Хомуты-то я оставлю. Я только болты сменю. Им хана этим болтам. Этим болтам хана. Им хана этим болтам. Прям вообще хана. 20 лет. 20 лет. Вот, а теперь этот пол бери, иди в магазин купи и верни. Во, ему уже 20 лет. Да он уже его никак не открутить. Его никак не открутить. Нет, откручивает и закручивает. Во. Как в Японии. Убрал, сходи в магазин, купи и поставь. Тогда ты скажешь, что надо отстегивать. Нет.
Василич, а что ты делаешь? Да вот, открывать капот полетело. Надо привязывать. Вот. Шлицы сорвались с ручки. Или менять, или клеить надо. Но там новую поставить. Все. Под себя настраиваем, как говорится. Ага. Облегчалось. Не отверткой открывалось там пассатижами, а ручечками, кнопочками. Как надо, в общем. В общем, как надо. Короче, отпилил я эту резинку. Она мягкая, ничего не расшелушится, еще попалась. Эти-то дубовые вообще разваливаются, рассыпаются, как это. Одеваем сюда резинку, крепим теми хомутами, ищем болтики. И вот так вот у нас все это дело будет выглядеть. Все, вот так вот. Так, вот такую штуку мы собрали. Все, здесь затянул, здесь нет. Нашел болты, вставил болты. Так. Вот такая штука. Идем к нашей трубе, выходной из дома, которая выходит здесь. Так, сюда пока уберем. И... Так, ну вытаскиваем заглушку. Ну все, ребята и девчата, вот так у нас конструкция наша выглядит. С кранами. Вытащил я шланги, попилил кусочки для соединения. Старые шланги. Пускай они лежат здесь. Они сейчас, по идее, оттаяли. Но все равно от старости они уже поддубели. Завтра, надеюсь, будет солнышко. Завтра все мы это соединим. А пока мы идем домой. Ну что, посмотрим, что тут приготовилось на сковороде. Вот так все выглядит. Достал я майонеза. Майонез домашний. Сюда горчица домашняя. О. Так, во. Так, и кусочек шиковины. Шиковина вот такая осталась. Шиковина. Сейчас мы попробуем, что получилось. На улице погода переменчивая, вроде бы и тепло, и ноль стоит, и холодно. Будем пробовать. Горчица попалась. Маша тут смеется, а да горчица домашняя она. Саня домашняя. Она крепкая, прям на язык идет. Как ты ее кусок такой. Нормально. Так, надо было эту разытывать. Подмешать, перемешать. Пойдем. Попробуем шиковину, ведь она... Да она малосолёная какая-то. В этот раз неудача, невкусная какая. В этот раз невкусная попалась. Mm-hmm. Подтейка. В общем, ребята и девчата, будем мы трапезничать дальше, mm-hmm. кушать. Ой, господи. Всем, как говорится, вкусняшек и отличного настроения. Вроде как день у нас продолжается, хотя время у нас уже 4 часа дня. Всем вкусняшек. В общем, ребята и девчата, делаем дырдочку
вот под эту ручечку, чтобы открывалась окошко. Конечно, идея не очень хорошая, но я хочу так же, как кто смотрел про светильник, загнать просто толстый саморез в эту дырку и зафиксировать. То есть, чтобы ручка не отваливалась. Сами зубья нормальные, все крутятся, но ручка отваливается. Можно было бы на какой-нибудь клей, на прочее, но приходится сверлить дырдочку, чтобы было это. В общем, евроремонт. Осторожно сверлим, помаленьку, не спеша, чтобы не сломать этот, как сверло. Вот, сверлышко. В общем, помаленьку сверлим, все кропотливо делаем евро. Рестайлинг это называется автомобиля. Рестайлинг. Севенап, просто добавь воды. Вкусная водичка, в принципе. Че, дочь? Давай я тебе в чашку плескану. Так, и что у тебя тут ветки уж? Ветки собрались. Пить будешь? Потом я занесу вечером чашки. Иди. Попей, будешь? Пей. Так, идем кормить нашу. Ветер же дует. Что я делаю-то? Ветер дует, потом губы же потрескаются. Так не надо делать. Кстати, прохладно. Хоть у нас уже и ближе к вечеру. Минус один все-таки стоит. Минус один. Сейчас нальем мурашки. Мураша, так я косточку и не убрал. Ладно, сейчас воду с это. Телять. Пляшешь? Побегать. Марашка. Сейчас, подожди. Подожди, эту бяку мы выльем. Тебе чистенькой нальем водичкой. Чистенькой нальем. Хорош, замерзнет. Так, чашечку заберу. Сейчас я тебе наведу кушать. Надо дочь еще сейчас положить. Покушать. Она водичку попьет, не попьет. Погуще сделаю. В общем, идем, топаем домой. Шагаем. Что, Василич? Что делаешь? Вишницу добиваю свою. В общем, кушает, трапезничает. Да. Вкуснятина. Холодная, свой вкус. Не надо разогревать, я так решил. Холодненькой. В общем, приятного аппетита. Ну что, ребята и девчата, так у нас и день прошел. Покопались немножко на улице, поели, потом запустим воду, станет немного потеплее. Подписывайтесь на простой канал Подвал Ильича, на YouTube, также на канал Рецепты Мудрой Мамы и на Бородатые Рецепты Василича тоже на YouTube. Еще увидимся, с вами были мы, и день у нас как-то так прошел, проковылял. Угу. Чайку запарим. Уже сделают холодненький тоже чаек. У меня сегодня холодненькое. Организм горячий требует холодного. Вот, водки не надо. Холодного чаю давай. Вот так.